бойцы, на связи Макс Крэч. И сегодня на повестке дня новая штурмовая винтовка, которая была добавлена в Call of Duty Modern Warfare 2019 в четвертом сезоне. А именно CR-50 6 AMAX. Прошу прощения за мой акцент. Прототипом этого оружия послужил Галил Эйс, но в нем есть значительные отличия от реального образца. Первое — это отсутствует кнопка фиксации на крышке ствольной коробки, что делает его похожим на АК-12. И второе — отсутствует переключатель режима огня на левой стороне винтовки. Данную штурмовку я действительно сравнил бы с АК-47, представленным в Call of Duty Modern Warfare. Действительно, очень много схожего, но то ли к калашу я больше привык, то ли действительно Галил не так хорош. На мой взгляд, АК все-таки в колде удался лучше. Но кому это интересно? Буду краток. В этом видео я покажу две сборки на эту штурмовую винтовку. Первую сборку рекомендую использовать только в сетевых режимах Call of Duty Modern Warfare 2019, а вот вторая сборка универсальная. Ее вы можете использовать как и в обычных режимах, так собственно и в Warzone. Даже лучше в Warzone, так как себя она там раскрывает полностью. Поехали. Начнем с первой сборки. Ставим ствол агрессор. Ставим лазер пятерочку. Приклад снимаем вообще. Устанавливаем покрытие рукоятки с накаткой и устанавливаем на подствольную планочку рукоять наемника. В итоге мы получаем очень быструю, скоростную и мобильную сборочку, с которой можно носиться по картам, выпиливать вражин и вообще при этом не прицеливаться и шмалять от бедра при желании. Рекомендую к использованию на маленьких картах, таких как Shipment, Шутхаус, раз. При игре на более больших картах рекомендую придерживаться укрытий, зданий, ну и так далее. Вторая сборка собирал изначально для Warzone, но понял, что абсолютно в любом режиме она хороша. Она универсальна, она сбалансирована, она хороша, чего ж тут таить. Для обычных режимов, если у вас проблемы с отдачей, ставим компенсатор, если проблем с отдачей нет, устанавливаем монолитный глушитель, на ствол ставим обязательно зодиак. Оптикой придется не пользоваться, но если вы не можете без оптики, то в принципе можете пожертвовать прикладом, но я не рекомендую. Мушка у данного ствола довольно неплохая и в принципе можно хорошо прицеливаться и без каких-либо прицельных приспособлений. Поэтому ставим вот этот последний прикладик, устанавливаем обязательно магазин на 45 патронов 7.62. Кстати, магазином на 10 патронов я тоже пользовался, собирал билд для дальних дистанций, но мне как-то не зашло, поэтому я и вам не буду рекомендовать и показывать. Кто захочет, тот соберет и сам попробует. На подствольную планочку устанавливаем обязательно рейнджерскую рукоять. Если у вас нет проблем с гашением отдачи, то рекомендую рукояточку команды, с которой будет стабилизировать отдачу, а не улучшать контроль. В итоге мы получаем офигительную
мощную, сбалансированную, отличную сборочку на Галил. Постарался быть максимально кратким и объяснить все в сжатые сроки. Спасибо всем за просмотр, ребята, удачи вам в боях. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, комментируйте. И увидимся с вами на стримах, либо же в следующих видео. До скорых встреч, с вами был я, Макс Скрэч.